Я хочу быть везде и одновременно. Именно с таких слов начал свою пресс-конференцию лидер группы «Мумитролль» Илья Лагутенко, которая прошла в стенах Дальневосточного федерального университета. Встреча была посвящена грандиозному проекту «Мус-перелет», который рок-группа воплотит в жизнь 1 сентября. Примечательно, что представители калининградских СМИ также смогли задать вопросы Илье Лагутенко при помощи видеосвязи. Перелеты для вашего творчества имеют какое-то значение? Может быть, там рождаются у вас какие-то произведения? Ну, честно признаюсь, что очень довольно много каких-то песен и задумок в длинных перелетах рождается, потому что за последние несколько лет это, наверное, самое спокойное время, которое вот мне лично доводится проводить, сидя около иллюминатора, потому что дома там дети маленькие, семья на работе, которые, в общем-то, любимые. Несколько вопросов журналистов были связаны с планами на будущее. Их у группы «Мумитролль» очень много. В общем, то, конечно, у меня есть еще другая амбициозная идея все-таки выехать с таким и рассказать нашим зарубежным сверстникам о существовании не только группы «Мумитролль», а Дальневосточного федерального университета и города Владивостоке, вот в соседних странах Японии, Китая, Кореи, потому что, насколько мы беседовали с руководством университета, они очень заинтересованы в привлечении иностранных студентов сюда, и поэтому я думаю, почему бы вот нашу музыку могла бы быть хорошим показателем, вот, чем некоторые выпускники университета занимаются. 1 сентября жители самого восточного и самого западного города нашей страны станут немного ближе.